Кировскому району 75. Праздник всех его жителей проходит в одном из самых знаменитых домов культуры Самары, в ДК имени Литвинова. И главный подарок вечера – это монументальное здание будет отремонтировано. Губернатор Николай Меркушкин торжественно обещает, первые 9 миллионов уже выделены на проектно-сметную документацию. В следующий раз праздник пройдет в комфортном и красивом зале. Эту новость публика встречает громкими овациями. Но и это не все. Уже в этом году в районе появится 10 новых спортивных площадок. Запланировано благоустройство дворов и скверов. 18 улиц в этом году должны капитально отремонтированы в районе. Представьте, было время, 3-4 года назад, когда мы капитально ремонтировали 3-4 улицы только в городе. В целом в городе 3-4 улицы. Только 18 улиц в Кировском районе. Конечно, это сильно подтянет общее состояние дорог. Кировский – один из крупнейших районов в городе. Он занимает площадь 87,5 квадратных километров. Здесь проживает почти 230 тысяч человек. Если бы район был городом, он вошел бы в сотню крупных городов России. Главное достояние района – это его жители. Именно они своими руками творили историю не только района, но и страны. Именно вы, ваши деды, ваши отцы, ваши братья сделали так, что в городе, в далеком 40-м году, 41-м году началась промышленная революция. Именно вы стали колыбелью производства самолетов Ил-2. Именно отсюда отправлялся в первый полет комплекс «Восток». Именно сюда прилетел Юрий Алексеевич Гагарин после своего знаменитого полета. В районе размещаются крупнейшие промышленные предприятия: РКЦ «Прогресс», «Авиакор», ПАО «Кузнецов», «Самарский металлургический завод». Именно Кировский район будет принимать чемпионат мира по футболу 2018. На его территории возводят уникальный по всем параметрам стадион «Самара-арена». И на жителях лежит большая ответственность – достойно подготовиться к встрече гостей. 75 лет – хорошая дата, но нам с вами предстоит еще очень многое сделать на благо развития нашего района, города, области и страны в целом. Сами кировчане уверены, они смогут достойно продолжить славные традиции Кировского района. Марина Матвеевна, Константин Головин. События.